Итак, добрый вечер, господа. Это продолжение Death Stranding. Блин, давно не мог начать как-то еще раз его записать, следующую часть. Что-то как-то вот не было у меня настроения. Вот. Поэтому, ну вот сейчас оно появилось и подумал, а почему бы и нет? Почему бы снова не погрузиться в эту атмосферу, красивые поля, ходить, все дела, заставлять побыть курьером? Поэтому продолжаем нашу игрульку. Так, и сейчас нам нужно выйти. Посмотрим. Вообще, мне тут один хороший человек подогнал Посмотри, вот так джойстик. выглядел Вот. мир сотни миллионов Я лет назад. подумал, может попробовать поиграть Мы на один большой джойстике, континент. потому что А вроде как, это, он поддерживает игру. знаешь что? Но вопрос, как это будет реализовано, я не тестил еще. Луна. Нифига, Америку открыл. Это Скоро я луна. покажу Ну, тебе я понял. настоящую. Обещаю. Когда скоро-то? Через сколько лет? Когда ты? Он же не вырастет, вроде бы. Перед тобой откроется целый мир. Сможешь отправиться куда захочешь. Так Хоть точно. на Луну. Сканирую. Понял. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Так, что делает ремонтный спрей? Ё-моё, я уже забыл. До свидания. Вернусь. Секретные документы. Привет, сэр. Ты, Здорово. наверное, сможешь завести тот байк, если подключишь генератор. Попытка не пытка. Задействую. Угу, и затем удерживаю два, чтобы выбрать генератор. Так, ну-ка. Спрей. Извини, Сэм. Размещать здесь постройки нельзя. Выбери место вне сенсорного кольца. Ага. Во.
Ну, строительство, ёпта. Блин, я чё, ну-ка, с помощью этого нажми. Вверха, потом. Это мы... Так. Нет. Можно здесь добавить это, что функс придает снаряжение. Да почему ты хочешь... Почему ты хочешь строиться? Так, что построить генератор рядом с образом? Так, ладно, я тупил, понимаю. Блин, ну после такого долгого отсутствия. Так, ну что, ты зарядился, да? Используй транспорт. Как-то тормуш, форсаж, еда на заднем колесе, еда на... Вау! Ё-моё! То есть я могу вот так делать, да? И вот так вот. Вау! Как Харли Дэвидсон могу ездить. Нифига. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Движения стали сразу гораздо быстрее. Или почти быстрее. Так. Ну нам... Я вам туда не проехать. Поедем. Это, конечно... Воу, нет, тихо. Воу, парень. Я понял, здесь, наверное, уже не подняться. На самом деле, а мне же, наверное, не сюда надо, да? А поедем-ка мы вдоль. Да, поехали вдоль. А что нам? Зачем вообще поехать сюда?
все равно меня не догонит же. Да, с управлением, конечно, тут беда. Да, мост тут будет смотреться идеально, я бы так сказал. Прям в живописных местах будет мост смотреться. Я думаю, сойдет. Давай, давай. Давай, 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 давай. Ну что ты там долго будешь? О, как он строится, конечно. Да? Чтобы узнать про эту стройку, держать таб. Ведутся работы. Прочность 99. А, там нужно... металла чуть побольше. Тоже удивляется, как я. Так, наверное, еще нужно в параметрах, наверное, звук чуть понизить, да, а то вот так примерно. О, или все равно громко будет. Строительство завершено. Так, давай, мотоцикл, заряжайся. Сколько до него примерно? Четыре метра.
Не хочу. Мы это, люди не гордые. Разомну-ка я ноги. Да нет. Так, ладно. Тихо. Это его, конечно, кидает вообще просто. Вот это было быстро, реально, но смотрит он все равно быстрее. А еще можно вот эти вот поставить зарядочки так вдоль маршрутов. И вообще с кайфом. Все чисто. Круто. Добро пожаловать, сэм Портер Бриджес. Здорово. Сэм, мама сообщила мне, что создала оружие для борьбы с... Да-да-да-да. Сделанные ею прототипы в следующем грузе. Грузе, который нужно доставить в портовый узел. Портовый узел далеко от территории тварей, но оружие пригодится, если твари подойдут к городу. Кроме того, люди смогут защищаться во время вылазок за пределы города. Ветер, да. Когда груз будет обработан, после этого весь регион станет... После этого ты отправишься в озерный узел. Поэтому мы включили в груз припасы для его жителей. Блин, надеюсь, они немного включили туда всякого. Груз они включили. Ага, знаю я. Ты тот новичок? Сэм Бриджес? Не за что, парень. Я уже перспективный грузчик, нормально. Ладно, до встречи. Отлично, доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Так, что там, выполните заказ, друзья. Забрать... Смолы. Металл. Так что у меня там есть? 400. О!
Все 800 мне надо. Подтвердить. Подтвердить. Блин. А сколько, ну-ка? Ну, тяжко, конечно, да. Для переливания с кровью, взятой у тебя. Если выбрать... Сэм, это наша первая попытка создать оружие для борьбы с тварями. Пришлось работать с тем, что есть, поэтому это фактически модифицированные гранаты. По крайней мере, так они должны действовать. Я понял. Кто знает, может тебе... Но не увлекайся, иначе... Да, понятно. Так, выгрузить. Так, блин. Ну, конечно... Яйцеклетки. Некомменты. Блин, все равно... Многовато, конечно.
Так, сколько я там. Готовить снаряжение. Так. Давай две штуки, наверное. На спине погрузить все. Ага, вот так все. Ну, вроде бы. О. Ну, а теперь все. Так, ну это на всякий. Нормально. Сэм, хочешь протестировать гематические гранаты? Да не хочу, конечно. Да не. Блин, а я... До встречи. Подожди, а я, интересно, могу? Я хочу вот на той горбушке покататься. Ну да, карт, ну он, конечно, на карте показывает, просто чисто езжай прямо, парень, такой типа. А тут, мне кажется, не проехать или проехать. Здесь гора, я помню, высокая. Тут есть мост, по мосту можно попробовать аккуратненько проехать. Ладно, попробуем. Попробуем доехать до сюда. До сюда. Ладно, погнали. Попробуем доехать. Сэм, похоже, тебе нужно разобраться с заказами. Помни, после портового узла поедешь через озеро. Поэтому сначала доставь все взятые грузы. Посмотри на карту и найди наилучший способ добраться до всех точек. Сэм, Дум дает тебе преимущества, которых нет у других. Но при этом ты все равно являешься сотрудником Бриджеса. Организация, в которой много экспертов в разных областях. И все они готовы помочь. Команда с тобой, Сэм. Что нужно, спроси. Ясно? Так. Так, я уже не туда поехал, я понял. Thank you.
И чё? Привет. Попробуйте сначала догнать, придурки. Опять что-то? Мне сейчас осталось тут чуть-чуть доехать, вы чё? Не, давай не самое, мне осталось чуть-чуть доехать, ну вы чё? Ты... Нет. Нет, ты серьезно? Да ты серьезно, я же на мотике был. Вообще капец, конечно. Испытание века просто сейчас было. Тюремный груз. Куб компонент, ну ладно. Thank you.
давайте укачаем. Конечно, еще не близкий. С берега, точнее с того, что мы его обнаружили. Когда-то на вопрос о жизни после смерти отвечали только религия и философия. Но когда мы узнали о существовании берега, смерть стала более осязаемой, познаваемой. Живые вскоре стали ходить по берегам иного мира, а мертвые, выброшенные на берег, проникли обратно в наш. И тогда появился дух, а с ним масса теорий, с помощью которых... Так. Вот и как мне проехать? Наверное, нужно проверить, да? Пытались объяснить новейшую загадку мира. Они классифицировали симптомы и поделили их на уровни. Но такие возвращенцы, как ты, это редкость, достойная отдельной категории. Наверное, специалисты на головы друг друга выставили, чтобы взглянуть на тебя. Интересно, что они нашли? Да ну не, ну ты же не хочешь сказать, что там еще одна категория. Да ты серьезно? Вроде да. Thank you.
Спрашиваю, вышли. Да вы чё? Да, почти у цели, у меня нет гранат, прикиньте. О, господи, ну все, мы справились, а теперь вопрос. Сэм, внимание, у твоего ББ шок от самоотравления. Без его информации твой Адрадек не будет реагировать на тварей, так что будь более осторожен. Чтобы восстановить его функции, зайди в личное помещение. Мне бы хотя бы найти мой мотоцикл. Вот он мой красавчик.
Слава богу, хоть мотик заряжен. Так. Ну, в принципе. Если аккуратненько. А не как я. Красиво припаркуемся. Применять оружие запрещено. Какое оружие? Я уже весь покоцанный, бедолага. Я вообще хромой, косой, я не знаю. Все плохо, ребенок орет, вообще что происходит? Какое оружие? Ну я добрался. Гранаты, кстати, то показались, реально. Надеюсь, я по пути ничего не забыл. Ты курьер? Один человек, который работает за целую... Ты просто... Да, я знаю. Одиночки. Более-менее цело. Ну да, там реально. Так ты пришел положить начало новой херальной? Ну я такой, да. Так, давай совместим-ка. Яркий свет, как всегда. Его. Откуда у тебя это? Чего это? Ребенок? Это кроха. Мой. У меня такой же. Где ты его взял? Трудно сказать, но этот кроха достался мне вместе с капсулой. И откуда у тебя? Игорь из... Мой братик. Понятно, братишка. Он сказал, береги. Перебеги. Ну, пережил чертову... Ясно. Так, мне надо продать, береги. Давай. Береги эту мужа. Ладно. Я уже понял. Будет лучше. Тебе это нужно больше, чем...
Да-да-да, красивая мадам. Соври и тот год. Да-да-да-да-да-да-да. Давай-давай-давай-давай. Бьем, бла-бла-бла. Ё-моё. Да не за что. Собираешься пересечь? Ага. Да уже мы террористы уничтожили все. Лодка есть только у частного доступа. Частный курьер? Дай угадаю. Fragile Express? Они погрузят в лодку припасы, которые ты доставил. Жители Озерного, когда будешь готов, не бой. Прежде. Я понял. Так. А вы дадите мне это? Груз-то как бы проверить. Ой, да ну не за что, забирайте. Ну, собственно говоря, попробовал покататься на мотоцикле. В целом мне понравилось. Пройти гавань. Эпизод 2. Ну, в следующий раз запишу next потом, уже прохождение дальше. В целом мне понравилось. Но вот эти... Ну, мотоцикл максимально, конечно, непредсказуем. Вы видели, он... Прыгает, скачет, вырезается во все, как будто бы прям полноценно в... полноценно в стену. Что ты хочешь от меня? Отстань. Полноценно в сцену врезается. Вообще, короче, мотоцикл максимально ведет себя непредсказуемо. Ну, если вам понравилось, ставьте лайк. Буду рад вашим лайкам. И запишу еще следующую часть. Вот. Всем спасибо. Всем пока.